Дорогие друзья, здравствуйте. Это программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Екатерина Башилова, директор по маркетингу Московского ювелирного завода. Здравствуйте. Екатерина, здравствуйте. Расскажите нам, пожалуйста, о заводе. Чем занимаетесь, что производите? Ну, Московский ювелирный завод говорит сам за себя. То есть это ювелирная компания, которая работает и вообще на рынке представлена с 1920 года, одно из старейших ювелирных предприятий страны. Что мы производим? Производим ювелирные изделия. Специализируемся на изделиях с драгоценными камнями, в частности, с бриллиантами. То есть примерно 50% нашего ассортимента как раз составляют драгоценные камни, может быть, даже и больше. Чем мы, собственно, известны? Известны тем, что у нас 303 магазина по стране на данный момент. У нас достаточно серьезные планы по развитию. Мы планируем открыть до конца года еще 50 магазинов, что, собственно, в кризис скорее является плюсом, чем почему? Минусом. Почему вдруг, да, в такое непростое время 50 – это такое немаленькое количество? Ну, знаете, сейчас хорошее время. Сейчас хорошее время снижения ставок по аренде. Сейчас хорошее время для того, чтобы занять долю рынка. С одной стороны, это требует инвестиций, и это непросто. С другой стороны, это лучшее время для того, чтобы вырасти, чтобы стать больше, чтобы из кризиса выйти с большими активами. Угу. Ну, 330 уже магазинов, 333 уже есть. 303 уже есть. 303, да, прекрасно. При этом, вот вы уже сказали, что есть такие кризисные явления сейчас в нашей стране. Вы как-то повлияли эти явления на продажи? Безусловно, повлияли, безусловно, продажи снизились, безусловно, то, как мы росли, допустим, последние 5 лет, мы прирастали очень существенно, по существенном проценте, если мы смотрим like-to-like к предыдущему году. Вот сейчас, конечно, такие темпы роста, о них мы пока мечтаем. Тем не менее, конечно, мы приседаем, как и весь рынок, в общем-то, в этом плане мы не исключение. Пожалуй, по нашим данным, мы проседаем медленнее рынка, то есть наши данные достаточно хорошие. И, собственно, мы рассчитываем, почему, собственно, мы наращиваем планы по развитию, то есть мы хотим выйти на Дальний Восток, где мы практически не представлены. То есть сейчас мы представлены примерно от Калининграда до Благовещенска, вот, хотим выйти дальше. Mm-hmm. В общем-то, хотим стать, пожалуй, самой крупной сетью. Мы, собственно, и так являемся одной из самых крупных сетей. Мы планируем стать самой крупной сетью. В этом плане кризис нам в помощь. Угу. А при этом вот такие планы, желания компании, они обусловлены спросом? То есть вот в этих городах ждут Московский ювелирный завод? Вы знаете, да, мы посмотрели, собственно, что происходит с населением, что происходит с доходами населения, собственно, в восточных регионах нашей страны. И мы понимаем, что там наше присутствие будет актуально. То есть я не знаю, насколько ждут и насколько они сейчас знают о нас. Скорее не знают, чем знают. Но мы сделаем все, чтобы они узнали о нас и чтобы наше присутствие там стало как минимум желанным. Угу. А скажите, вот насколько изменилось вообще? Просто ювелирные украшения — это все-таки не продукт питания. Это не самое необходимое, что есть на рынке. Вот как при этом изменилось ли отношение и вот подход к приобретению ювелирных изделий? Ну, знаете, поскольку мы работаем в сегменте лакшери, то есть это не тот лакшери, да, который прям очень-очень высокий, но это, скажем так, доступная роскошь. Вот роскошь, она, в принципе, всегда была не товаром первой необходимости. И в этом плане в кризис что падает обычно? Падают те товары, которые средний, такой среднячок. Роскошь, она всегда из серии побаловать себя, это всегда из серии некого дополнительного удовольствия. И люди продолжают покупать. Безусловно, число тех людей, которые покупают, оно сократилось. Тем не менее, поскольку выросли цены в связи с курсом доллара, в связи с изменениями на рынке, это позволяет достаточно неплохо себя чувствовать и продолжать дарить людям радость. Потому что, знаете, какие бы рыночные ситуации и какие бы рыночные коллизии ни происходили в нашей стране, люди все равно хотят радоваться, все равно хотят быть красивыми. У людей все равно не перестает быть дни рождения, а на дни рождения или там на какие-то юбилеи нужны подарки. И в этом плане Московский ювелирный завод продолжает предоставлять самые качественные изделия, изделия, которые проверены временем, изделия, про которые можно точно сказать, что это настоящее. И люди с удовольствием к нам идут. Угу. А вот как вот при этом, вот вы называете это сегмент лакшери, но при этом вот сейчас появилось огромное количество, там, ну, я не знаю, являются ли это вашими конкурентами или нет, компаний, которые, ну, в общем, сделали очень доступным
там, ювелирные украшения. При этом, конечно же, страдает, я думаю, качество. Но вот как вы отстраиваетесь? То есть насколько вот этот подход сделать вот прям доступным, массовым ювелирные украшения вам близок или нет? Ну, знаете, именно в плане доступной роскоши нам это близко. То есть в моем понимании роскошь, она должна быть доступным. Любая российская женщина, примеряя украшения, должна позволить себе, должна иметь возможность купить эти украшения. Вот. С точки зрения того, массовый ли этот сегмент, и насколько он массовый. Понимаете, когда мы говорим о компаниях, которых много на рынке, безусловно, вообще ювелирная отрасль, она огромная. Если мы говорим в среднем ювелирной отрасли России, то это где-то 8 миллиардов долларов, да, вот условно. А те игроки, которые официальные, которых мы знаем, составляют совсем небольшой сегмент из общего сегмента рынка. Да. Соответственно, мы понимаем, что очень много теневых игроков, либо мелких игроков, либо игроков локального масштаба, которых мы даже, собственно, не знаем, и которые продолжают вкладывать, ну, собственно, люди к ним ходят, люди покупают что-то. Вот. У нас есть одно огромное преимущество. Раньше мы задумывались о том, может быть, нам поменять название, сделать его более коротким, звучным, более легким для произношения. А потом, проведя некоторые исследования, поговорив с нашими клиентами, вообще с покупателями ювелирных изделий, мы поняли, что, в общем-то, в этом наша сила. Тот факт, что в нашем названии есть слово «завод», говорит о том, что мы производство, что производство есть у нас, что мы не просто компания-однодневка. Это не та компания, в которой ты сегодня купишь ювелирные украшения, а завтра, если у тебя случилась какая-то проблема, тебе даже не к кому, собственно, обратиться. И мы не та компания, которая, в общем-то, будет, ну, скажем так, обманывать людей с точки зрения качества, потому что мы очень белая компания. Мы сертифицированы по системе ISO 9001, у нас очень строгий контролинг. И действительно, то качество, которое мы представляем нашим покупателям, это наше уникальное торговое предложение, это наше преимущество, которое нас отличает от рынка. А при этом цена? Ну, то есть в любом случае, вот мы говорим про массы, вот про этих вот теневых игроков и тех, которых, может быть, завтра не будет, но цена-то у них в разы ниже, и сейчас, кризисное время, люди выбирают там, где дешевле. А вы знаете, я бы не сказала, что в разы ниже. Мы регулярно мониторим рынок, и я не могу сказать, что цена в разы ниже. Цена на плюс-минус очень близка. Другой вопрос, какое качество и насколько люди отвечают за это качество. Поэтому я бы так не стала переживать за то, что там цена в разы ниже. В разы ниже такого не бывает. Понимаете, если вы покупаете условно кольцо с бриллиантом или кольцо с сапфиром, с рубином, и вы покупаете его по цене в три раза ниже рыночной, в три раза ниже среднерыночной, то я бы задумалась, что именно вы покупаете. И мне кажется, любой человек задумается, если он видит слишком низкую цену, это, наверное, так же опасно, как когда ты видишь, наверное, бижутерию и понимаешь, что это бижутерия, а тебе говорят, что это ювелирное украшение из золота высшей пробы. Вот вы сказали, что цены увеличились в связи с ростом курса валют. А если это российское, московское, московский завод, российское производство, как вы привязаны к курсу? Ну, смотрите, золото в любом случае биржевой товар, ровно как и бриллианты. В этом плане мы в любом случае привязаны. То есть в любом случае повышение цен будет? Безусловно, безусловно. Вы как-то почувствовали в связи с тем, есть ли у вас постоянные покупатели, которые к вам приходят уже много-много лет? Да, у нас огромная база, клиентская база, то есть у нас мы можем похвастать одной из их самых крупных программ лояльности. Программа лояльности насчитывает порядка миллиона клиентов. Вот. И у нас очень много клиентов, порядка 40%, которые к нам возвращаются. Это хорошо. Но нужно еще понимать, понимаете, золото и вообще бриллианты, ювелирные изделия – это не тот товар, который покупаешь каждый день. Если человек к нам приходит регулярно раз в два года, раз в год, мы считаем такого клиента очень лояльным к нашей компании. А вот вы говорите, самая большая там, программа, самая крупная программа лояльности. Вот в чем ее смысл, в чем она заключается, и какие инструменты вы используете для поддержания уровня знания марки? Ну, я бы тут разделила этот вопрос на два сегмента. То есть программа лояльности и инструменты для поддержания уровня знания марки. Потому что если говорить о программе лояльности, то, безусловно, мы, во-первых, у нас есть три уровня скидок для клиентов. Клиентов, которые пришли первый раз, клиенты, которые у нас покупают регулярно, у них есть определенный уровень накоплений. И те клиенты, которые достигли наивысшего потолка накоплений, соответственно, имеют наивысшую скидку. Какая большая самая скидка? А самая большая скидка сейчас по текущей программе, вот если смотреть в рамках программы лояльности, то это 10%. Плюс мы регулируем, стараемся давать покупателям честную цену. И, соответственно, в зависимости от того, что происходит с экономикой, что происходит с курсом рубля, мы регулируем цену непосредственно в магазине. То есть еще сама компания предоставляет дополнительную скидку плюсом к карте программы лояльности.
Вот. Что касается поддержания известности, это немножко другая история. Соответственно, здесь мы работаем со всеми каналами коммуникации, делаем ставку на ТВ. Объясню почему. Потому что ТВ – самое охватное средство массовой информации. А поскольку мы большая компания, повторюсь, наши магазины простираются от Калининграда до Благовещенска, соответственно, для нас очень важно, чтобы нас слышали, знали, что у нас есть новая коллекция, что у нас появляются новинки, что у нас проходит какая-то интересная акция в пользу наших клиентов. Соответственно, телевидение – это то средство массовой информации, которое позволяет донести наши сообщения в каждый уголок страны. И, соответственно, поддержать таким образом работу каждого из наших магазинов, а не только магазины, которые находятся в крупных городах России. А вот как, мне стало интересно, аудитория реагирует, ну, допустим, Благовещенск, и вы приходите туда как московский ювелирный завод. Вот как аудитория воспринимает, что, опять же, таки московский, ну, понятно, что завод — это прекрасно, но почему в Благовещенске он там должен выбрать, ну, или там его подталкивать к тому, чтобы выбрать именно московский ювелирный завод? Ну, смотрите. Завод, безусловно, здесь это слово помогает вам. А вот не мешает ли в регионах московский? Ну, знаете, наверное, точно так же, как, наверное, не мешает в регионах тот факт, что Москва — столица России. Я думаю, что не мешает, потому что ни для кого не для секрет, что Москва – это столица. Это столица не только страны, это столица бизнеса, столица экономики. В этом плане это закономерно. Я не думаю, что это является минусом для нашей компании. Вот вы сказали, что выбираете ТВ. Ну, понятно, самый большой охват. А вот какие-то, может быть, еще есть инструменты, которые, на ваш взгляд, тоже являются наиболее эффективными с точки зрения продвижения? Вы знаете, сейчас раньше мы в меньшей степени обращали на это внимание, но в текущей кризисной ситуации мы обращаем внимание на активности в торговых центрах, то есть на активности на местах. Торговые центры стараются сейчас проводить максимальное количество программ по привлечению трафика в свои торговые центры. Понятно, что сейчас этот трафик тоже падает, ну, собственно, с рынком. И мы стараемся поддержать наши торговые центры, соответственно, там, где мы находимся, мы участвуем в их акциях, мы стараемся, соответственно, принять участие во всех их активностях. Кроме того, мы делаем локальные мероприятия, которые проводятся непосредственно на местах продаж. Это не BTL, это скорее мы празднуем дни рождения магазина, мы празднуем, собственно, какой-то локальный день, какой-то местный праздник, который находится в магазине, который находится в том или ином городе. И таким образом предоставляем клиенту либо подарки, у нас есть такая практика, либо дополнительная скидка. Вот. И таким образом привлекаем трафик в наши магазины. А как узнают люди вот непосредственно в их городах, акциях и в их магазинах? Вот здесь нам помогает CRM, то есть нам помогает SMS-оповещение. То есть у нас есть база клиентов, у нас есть контактные телефоны, либо имейлы людей. Соответственно, перед стартом акции мы делаем SMS-оповещение, либо WhatsApp-оповещение, либо с помощью email мы информируем наших клиентов о том, что проходит акция. И, соответственно, мы используем радио в торговых центрах. Если это крупная акция, федеральная акция, то, безусловно, мы используем диджитал-средства коммуникации, мы используем телевидение, мы используем радио, мы используем журналы. То есть весь пул инструментов, которые представлены на рынке, мы стараемся использовать. Замечательно. Мы на некоторое время должны прерваться. Дорогие друзья, мы встретимся после небольшой паузы. Дорогие друзья, снова здравствуйте. Это программа «Компании Люди» и ведущая Александра Алферова. И сегодня в гостях у меня Екатерина Башилова, директор по маркетингу Московского ювелирного завода. Здравствуйте еще раз. Еще раз здравствуйте. Мы с вами говорили про инструмент продвижения, который вы используете в работе. Ну, вы используете, я так поняла, все. А вот мне стало интересно, как вы разрабатываете новые коллекции и как появляются идеи по новым коллекциям и как часто они меняются. Но вообще новые коллекции у нас появляются достаточно регулярно, смотря о чем мы говорим. Если мы говорим о крупной коллекции, то есть вообще в маркетинговом плане у нас две крупные коллекции в год, согласно, собственно, любому любой фэшн-индустрии. Это, соответственно, коллекция весна-лето и коллекция осень-зима. Это крупная коллекция с федеральным охватом, с большим продвижением, с инвестициями, собственно, как в разработку, так и, собственно, в рекламу этих коллекций, с привлечением селебрити, известных лиц. А другое дело, что мы также разрабатываем в течение года коллекции, и у нас всегда есть новинки.
эти коллекции, они менее охватные, то есть зачастую они охватывают не всю ритейл-сеть, не все магазины, а, допустим, представлены только в Москве или в крупных городах-миллионниках, но они появляются регулярно. А уж не говоря о том, что просто новинки, если они не являются какой-то, не выпускаются под эгидой какой-либо коллекции, они у нас просто на регулярной основе. Если вы заходите в наш магазин сегодня, вы придете в наш магазин условно через месяц, вы увидите новые изделия, безусловно. А вот если говорить о коллекциях весна-лето, осень-зима, да, то есть все, что как бы в фэшн-индустрии актуально. Вот насколько в ювелирной сфере это востребовано? Ну, то есть с одеждой, в принципе, все понятно. А вот с обувью тоже. Вот что с ювелирными? Насколько люди действительно отслеживают, ну, я так думаю, что это больше дамы, отслеживают актуальность этих коллекций. И раньше, если вы помните, ну, мы все помним, что ювелирные украшения передавались из поколения в поколение. А сейчас мы, меняя подход к ювелирным изделиям, в общем, провоцируем покупать их чаще, но при этом... ну, как бы следить за коллекциями. Вот как, вот что вы делаете в этом плане? Ну, смотрите, если мы говорим о том, ну, начну сначала, да, то есть чем отличается коллекция весна-лето от коллекции осень-зима? Угу. Пожалуй, весной и летом больше востребованы цветные камни, более легкие, востребована эмаль. То есть те вещи, которые... Их, безусловно, можно надеть и зимой, и осенью, но летом они более востребованы, летом они более актуальны, поскольку одежда ярче, легче, в каком-то смысле проще. А что касается зимой, то это, как правило, более вечерние украшения. Они подходят, в общем-то, безусловно, можно купить и украшения на каждый день, но чаще пользуются украшения популярностью, это украшения с бриллиантами, с крупными камнями, более дорогие украшения. Ну и нужно еще понимать, что в этот период, осень-зима, у нас приходится достаточно большое количество праздников, новогодний праздник, собственно, праздник, как сейчас набирающий популярность в России, День Святого Валентина. Вот. Там уже не за горами 8 марта, что уже относится к уже больше к весне. Вот. Но тем не менее, вот этот период подарков, который у нас стартует условно с декабря и продолжается примерно по март, он наиболее востребован с точки зрения дорогих украшений, украшений с бриллиантами, украшений с крупными камнями. С точки зрения того, что передаваться из поколения в поколение, это, собственно, и сейчас ценно. И сейчас многие люди покупают украшения. Есть украшения, которые покупаются, потому что они модные, потому что они стильные, потому что они легкие, в которых есть изюминка, современность, допустим, кольцо на две фаланги пальцев. То есть это действительно сейчас модно, это тренд. А многие покупают украшения, в том числе для того, чтобы потом передать своей дочке, от дочки внучке. Это, как правило, классические украшения, украшения с крупным камнем. Это те украшения, которые не потеряют в цене, а наоборот, приобретут ее с годами. Ну, то есть эта тенденция сохраняется. Безусловно. Она потому что мы вроде как сейчас очень быстро меняется у нас мода, очень быстро мы вообще живем быстро. И в ювелирных изделиях то же самое, это к нам пришло, быстрая смена коллекции. Но, тем не менее, вот эти дорогие украшения... Есть просто классические модели, которые, по большому счету, они не так сильно меняются, на самом деле. Безусловно, у них есть какие-то современные тенденции, но, тем не менее, их все еще можно, они будут все еще актуальны через 50 лет, в общем-то, через 100 лет. Не говоря уже о том, что крупный камень, он сам по себе ценность. Если украшение с крупным камнем, то, в принципе, даже если ювелирная мода сильно изменится, и вдруг твоей внучке, правнучке захочется что-то новенькое, этот камень всегда можно вынуть, а украшение можно переделать. Тем не менее, ценность камня, она останется с тобой. Вы отметили, что привлекаете селебрити, звезд для продвижения коллекции. Вот расскажите поподробнее про это. Весь, собственно, 2014 год мы проработали с Ольгой Кабо. Мы делали с ней капсульную коллекцию, делали промо, собственно, проснимали ролики с ее участием. Мы, собственно, продолжаем дружить и сейчас. Мы, в общем-то, делаем фотосъемки. Периодически, в общем-то, Ольга появляется в наших украшениях. Очень талантливый, очень яркий, очень человек, который очень соответствует имиджу нашей компании. В 2015 году мы сделали промо и продолжаем делать промо с Екатериной Гусевой. Почему? Потому что вышла новая коллекция. Для новой коллекции понадобилось новое лицо. Uh-huh. И сейчас это Екатерина Гусева. Собственно, мы снимали с ней коллекцию весна-лето. И сейчас снимаем, собственно, только что отсняли компанию, которая у нас пойдет со 2 июля. А скажите, как вы подбираете звезд? Вот исходя из... Ну, наверное, надо начать с того, кто все-таки портрет, ядро аудитории, портрет вашей
аудитории? Ну, конечно, мы работаем, если так вот говорить, с большей, мы работаем на всех. На все. У нас есть те молодые люди, у нас есть люди среднего возраста, у нас есть люди старшего возраста. Но если говорить о ядре, собственно, о тех людях, которые являются именно костяком нашей целевой аудитории, то это люди от 30 до 50 лет, то есть несмотря на то, что это все-таки большой разброс, тем не менее мы понимаем, что это все-таки не совсем студенты, не совсем школьники, хотя их тоже много в составе нашей аудитории, в составе тех, кто покупает. Но костяк все-таки составляют люди, женщины 30-50 лет. Мужчины тоже есть, и они составляют примерно 30-35% нашей аудитории. Они различаются по поведению. Если женщина приходит в магазин зачастую посмотреть, прицениться, попробовать, померить, она может даже уйти без покупки, а потом вернуться. Мужчина, как правило, идет целенаправленно. Он знает, какую сумму он хочет потратить, он даже примерно знает, что он хочет купить. И, как правило, мужчина сразу уходит с покупкой из магазина, потому что он зачастую не конечный потребитель. Он либо уже знает, что ему сказали купить, либо он уже сам сделал выбор, сделал его заранее, чтобы как можно меньше времени потратить непосредственно в точке продаж. Ну, я неспроста спросила про портрет. Вы сказали, что у вас была в персонах, кто продвигал Ольга Кабо, а теперь Екатерина Гусева. Вот как вы подбирали персоны, как вы подбираете их? Скажем так, когда мы смотрим на человека, с которым мы хотели бы сотрудничать, на известное лицо, для нас очень важно, чтобы характеристики, чтобы личные качества человека соотносились с теми качествами, которые мы вкладываем в нашу компанию, в наш бренд. Соответственно, для нас было важно семейственность, чтобы человек был в семье. Для нас важно, чтобы у человека была отличная репутация, незапятнанная. Для нас важно, чтобы у человека ассоциировался с какими-то положительными эмоциями, с какой-то красивой картинкой, с приятными впечатлениями. И в этом плане как Ольга Кабо, так и Екатерина Гусева очень подходят нашему бренду с точки зрения этих качеств. А если говорить о звездах, о красной ковровой дорожке, вот в Европе и в Америке практикуется аренда ювелирных украшений на различные светские мероприятия, это предоставление на съемки. Вот вы практикуете это? Скажем так, мы не даем в аренду, мы просто эти украшения даем для светских мероприятий, потому что для нас такое же удовольствие видеть наши украшения на наших звездах, как, собственно, наверное, звездам носить красивые украшения и появляться в них на красных дорожках. В этом плане мы не берем за это деньги, мы с удовольствием сотрудничаем с нашими звездами, с удовольствием предоставляем эти украшения и потом с удовольствием наблюдаем репортажи светских мероприятий, где звезды блистают в наших украшениях. Ну, как правило, это какие-то украшения, которые узнаваемые, и можно проассоциировать там то или иной вид украшения с вашим брендом. Это так? Вы знаете, звезды и их стилисты выбирают украшения самостоятельно. То есть мы не навязываем наши вкусовые предпочтения для выбора тех или иных украшений. А насколько они узнаваемые? Какие-то вещи, да, они узнаваемые. Какие-то вещи нет, как, собственно, любого другого бренда. Не так просто, если это не флагманский товар, mm-hmm. если это не флагманское ювелирное изделие, не так-то просто определить, какому бренду оно принадлежит. Поэтому зачастую, если, допустим, известная личность, звезда дает интервью, или, допустим, фотографии печатаются в издании в каком-то, в глянце, то, соответственно, эти украшения подписываются, кто их предоставил. Вот. Но даже если они не подписаны, для нас все равно это приятно. Вот если говорить о флагманском каком-то украшении, продукте, у вас есть такое? Знаете, флагманский — это все-таки солитера. Это украшение с одним крупным камнем, с одним бриллиантом. Это могут быть кольца, это могут быть пусеты, это могут быть подвески. То есть это то, на чем специализируется наша компания. Это, соответственно, один камень. В общем-то, что позволяет представить камень с наилучшей наилучшего ракурса. Это, безусловно, кольцо соло. Соответственно, камень в нем выглядит наилучшим образом. Камень можно подать наилучшим образом, вне зависимости от его размера. Но, как правило, это не маленький камень. Вот. И, соответственно, да, для нас это предмет гордости, потому что таких изделий у нас много. Выбор у нас обширен, а скоро он будет еще больше. У меня такой вопрос. Нужно ли вообще знать, прививать культуру ношения украшений и, в частности, бриллиантов?
Ну, традиционно считается, что бриллианты – это вечерний камень, особенно если этот бриллиант крупный. Но если это бриллианты небольшого размера, если они в виде пусет, либо это просто, допустим, обрамление какого-то колечка, то эти бриллианты можно носить и днем. Угу. Как вы считаете, в чем успех компании вашей? В людях. Успех компании, секрет успеха, безусловно, в людях, в той мотивации, которую они то есть в той мотивации развития, в том желании сделать лучше для компании. Когда я прихожу на работу, вижу горящие глаза сотрудников, горящие глаза коллег, которые хотят сделать лучше, которые хотят лучше разработать коллекцию, которые хотят сделать самую красивую историю с точки зрения промо, которые хотят сделать интересный социальный проект. Я вижу, что людям это интересно. А когда интересно людям, соответственно, компания получает наибольшие выгоды от такого вот сотрудничества, от такой вот работы. И это, пожалуй, секрет успеха. Спасибо вам большое за очень интересную беседу. Спасибо вам. Дорогие друзья, это была программа компании «Люди» и ведущая Александра Алферова. И в гостях у меня была Екатерина Башилова, директор по маркетингу Московского ювелирного завода. Спасибо, всего доброго.